Приятного вам пути. Электронное табло внутри салона предназначено для пассажиров, которые плохо слышат. На нем вся необходимая информация, вплоть до названия остановки. В салоне есть кондиционер, установлены камеры видеонаблюдения. В автобусах могут передвигаться люди с ограниченными возможностями здоровья. На коляске легко заехать в салон. Кроме того, здесь удобные сидения и широкие проходы. Вмещает МАЗ-206 до 70 пассажиров. Транспорт средств, поступившие, которые в УРТ для обслуживания маршрутной сети, поступили в идеальном состоянии, но все равно прошли необходимые технический осмотр, что подтвердило полную их готовность к выходу на маршрут. Чтобы новые автобусы вышли на маршрут, пришлось привлечь своих водителей и набрать дополнительные кадры. Все сотрудники прошли обучение. Сегодня у нас вышли 9 автобусов на 17-й маршрут. То есть на самый востребованный маршрут среди пассажиров, то есть самым большим пассажиропотоком, техника будет выходить в первую очередь. Сейчас в городском управлении транспорта прорабатывается оптимальный интервал движений, который удовлетворит потребности всех пассажиров. Рассматривается и вопрос об увеличении количества автобусов на других маршрутах. Маршруты сейчас рассматриваются. Вот, в первую очередь 16-й, затем, скорее всего, 6-й маршрут. Техника будет использоваться на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком. То есть сейчас мы это все просчитываем, смотрим на результат, как 17-й маршрут себя покажет, хватит ли 9 единиц, возможно, придется туда добавить еще автобусы. Напомню, городской автопарк совсем недавно пополнили 40 машин МАЗ-206 и ПАС. Автобусы привлечены по договору с инвестором. Благодаря этому пополнению количество единиц муниципального транспорта в Рязани увеличится до 100. Дина Исляева, Игорь Клотов, телекомпания «Город».